Всем привет, меня зовут Сергей Панаков. Я сам являюсь инвалидом. Основная болезнь у меня рассеянный склероз. И вопрос о том, почему не дают инвалидность. На самом деле мне дали инвалидность только тоже с третьего раза, но на это есть свои причины. А если мы открываем постановления, да, нормативы различные, ну, определенных инстанций, то мы там видим о том, что инвалидность дают не потому, какая у тебя болезнь и так далее, а по видимым признакам. То есть ты заходишь, на тебя смотрят и уже, ну, может быть, какие-то делают экспертизы, наблюдения, да, говорят поднять руку или ногу, либо еще что-то говорить, написать. И своим взглядом, то есть они определяют, на сколько процентов ты утратил трудоспособность. Сейчас по новым постановлениям законодательства Российской Федерации это идет утрата способности от 40%. У меня есть история, когда девушка шла на экспертизу, да, и накрасила ногти, губы, то есть красивая девушка, это нормально, да, когда девушка хочет выглядеть красиво. Приходит на экспертизу, то есть у нее действительно есть утрата способности, но ей не дали инвалидность, почему? Потому что она не зашла, а заплыла, то есть красивая, с потертым подбородком и так далее. В ней не увидели никаких признаков инвалида. Поэтому бесполезно куда-то писать, в газеты, журнал, на телевидении. Я этим пользовался, я был на местном 12-м канале. Ничего не изменилось. По тебе смотрят, если действительно они видят, что ты инвалид, тебе дают инвалидность. Если нет, то нет. Если это видео было полезно, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оповещения и оставляйте комментарии. Если, может быть, эта тема не раскрыта, я раскрою эту тему более подробно. Главное, напишите в комментариях, чтобы я знал, о чем вам интересно. Все, пока.